Импрессионист, когда как раз появился в живописи, и только потом перекочевал в музыку.
как бы впечатление. И как раз в музыке композиторы тоже делились своим впечатлением, очень много пейзажной музыки, очень много композиторы обращались к каким-то мифологическим сюжетам. Но главное, в чем отличие именно живописи и музыки, это в том, что живопись, ну как можно увидеть, да, это за, как сказать, запечатление определенного мгновения, даже если посмотрим вот на эту картину. А музыка — это все-таки искусство, которое длится во времени. Поэтому импрессионизм музыкальный — это все-таки такой временной процесс, и здесь впечатление, оно у нас разворачивается очень эмоционально и очень открыто. А Дебюсси, кстати, что интересно, хоть его и называют импрессионистом, он не считал, что он импрессионист, он говорил о том, что я ищу новые звучания, а дураки называют это импрессионизмом. То есть даже было вот и такое. Эстонский композитор Арво Пярт. Это, кстати, ныне живущий композитор, есть под Эстонией даже уже центр Арво Пярта, там проходят концерты, там собрана его библиотека, там же он работает. Кто там бывал, мне рассказывали, что действительно можно вот находиться там, там есть такая зона отдыха, можно там сесть, взять книгу, почитать, и Арво Пярт может тут пройти в свой кабинетик быстренько, то есть можно его вот там увидеть. Знаете, вот этот центр, я смотрела про него как раз-таки такой обзор, лекцию, и этот центр находится просто в середине леса. И вот представьте, вы находитесь в лесу, там тишина, покой, и музыка Арво Пярта, она именно такая. То есть это про что-то, про погружение в себя, про какую-то именно тишину. И он создал свой стиль, который называется «Тинтинабуле», который переводится «Колокольчики», и его относят к направлению «Минимализм» или «Новая простота». Пьеса, которую я сыграю, называется «Пюр Алина». Это посвящено Алине, дочке, как сказать, жены друга. Это даже посвящено больше маме Алины, которой пришлось расстаться с этой дочкой по вынужденной причине, потому что ей нужно было переехать в другой город. И здесь, мне кажется, отражается вот эти, вот эта тоска по дочери и вот эти материнские чувства. Я думаю, что вы это все услышите. Что интересно, в этом произведении нет никаких длительностей. Там просто круглые ноты, не закрашенные и закрашенные, и все. То есть никаких таких вот как выписанных длительностей там нет. Поэтому Арво дает свободу исполнителю в этом произведении. То есть его можно играть один раз, несколько раз, в разных октавах, с различным ритмом, вообще как угодно. Главное, чтобы вы опять же передали вот эту эмоцию. Итак, Дебюсси, прелюдия «Шаги на снегу» и Арво Пярт, «Фюр Алина». Исполняю я, Юлия Бабова. Thank you.
Спасибо.